Доброе утро, друзья! Ой, даже какое утро, уже день, даже вечер. Я просто уже запутался, потому что так то ночью просыпаюсь, порой час ночью так проснешься и не спится. Потом идешь на кухню, открываешь, вот ноутбук у меня есть, этот ноутбук, читаешь там какие-нибудь новости, почитаешь, чая попьешь, дай бог там можно заснуть до утра, потом проснуться и уже где-то через часик и вот заниматься. Но редко так бывает. Просто вот сегодня я проснулся в час, а в три. До трех ночи просидел, потом четыре, смотрю, пять, уже ложиться не стоит. А потом еще надо было это доброе дело одно сделать, отвезти в город человека. Вот, и я повез. У нас сегодня снег так и лежит. И погода была с утра очень холодная. Вот. Но когда я поехал, вся дорога была в снегу, видать, ночью тоже выпал снег. И когда мы ехали обратно с Ейска, уже возвращались, то шли три снегоуборочные машины, то есть чистили. Но мы пока ехали, главное, поля все в снегу, а льет дождь. Вот такая вот ерунда. То есть я прям дворники включил, льет дождь, снег, дорога вся снеговая, сырая. В общем, ездить довольно неприятно. Вот тут как раз был комментарий, я вот сейчас решил некоторые ответить, что снег это ведь здорово, мол, типа, ну да, здорово, когда ненадолго. Вот так вот. Вот. Знаете, вот я сейчас еще что, сразу, чтобы не забыть, я тут записал, я отвечу сейчас на ваши вопросы, но я тут еще одно, короче, новость для меня. Значит, YouTube. Вот. У меня идет монетизация. То есть, когда вы смотрите ролики мои, то, соответственно, как бы копятся денежки. Денежки очень крайне небольшие. Где-то $25 в месяц. Это, скажем так, грубо говоря, где-то около 1500 рублей. В месяц мне платит YouTube за просмотры видео. И вот теперь я узнал новую новость, что YouTube отменяет теперь монетизацию тех аккаунтов, у которых меньше 4000 часов просмотров и меньше 1000 подписчиков. И представляете, я посмотрел сейчас, сколько у меня часов просмотров за год. 4000 просмотров. За год у меня получается 3966 просмотров. То есть мне буквально не хватает 34 часа просмотров. Поэтому, дорогие подписчики, смотрите мое видео, спасайте наш канал от отключения монетизации. Ну, конечно, по карману он сильно-то не бьет. Приятно иметь 1500 рублей за свой труд. Я все-таки выкладываю это видео в интернет. Это как-то компенсирует мой интернет, понимаете? А то, если это все превратится как бы в бесплатно, то есть YouTube прекратит выплачивать мне деньги, соответственно, я буду уже нести расходы на то, что это снимать и выкладывать все это за свой счет. Поэтому, если я попаду под монетизацию, то меня ставят на подмонетизацию. Правда, она резко сократилась, количество денежек. Но надеюсь все-таки остаться под монетизацией, хотя бы эти 1500 рублей в месяц. Поэтому смотрите видео. Вот. И вот есть тут один вопрос, на который я обещал сегодня ответить. Это Сережа. Вот у меня вопрос к вам о помидорах. Тот рецепт с аспирином, как он себя повел, какой засол? Значит, я вам скажу, великолепно повел. Я, правда, забыл сам рецепт, сколько соли, на сколько воды там. Но, значит, ребята, этот рецепт был самый лучший в моей жизни. Потому что я даже угостил Надю, уж она-то разбирается в этих соленях, да. И она сказала, великолепный засол. То есть, капанские получились на славу. Я думаю, Алексей увидит это видео, и его жена, которая дала мне этот рецепт, они снова мне его напомнят. Я, кстати, ошибся и положил соли ровно в два раза меньше, и получилось, наоборот, еще лучше. Теперь по поводу аспирина. Почему кладут аспирин? 3 таблетки, по-моему, на 3-литровую банку. Дело в том, что тут такая вода, как объяснили, что без аспирина не получится ничего. Вот Надя делала так, что она заливала, потом сливала, заливала, сливала, и вот залила и закупорила. То есть так делается без аспирина, да? А здесь кладут аспирин. И правильно делать, потому что вода не позволяет без аспирина. Зато с аспирином они получились великолепны.
И еще, но я читал как-то статью, что якобы аспирин в помидорах вредный, потому что он превращается в формальдегид со временем, и мы это употребляем. То есть, когда мы едим эти помидоры, это уже не аспирин, а какой-то другой яд. Ну, не знаю, не знаю, мне даже вот как-то полегчало, когда я ел помидоры, вот, честное слово. Они вот получились вообще самые вкусные. Да и вообще, по-моему, это была желтая пресса по поводу аспирина, поэтому можно доверять, можно не доверять. Но рецепт этих помидоров получился великолепный. Прозрачный раствор, очень вкусные ароматные помидоры. Очень прекрасно получилось. А, значит, по поводу переобувания резины зимой. А, дело в том, что по закону мы должны переобуть наши машины. И я согласен вот с вами, вот согласен с моим звукарем, который там познакомились с Камышеварской, что 95% мы здесь едем времени, когда зимняя резина не нужна. То есть асфальт чистый, температура воздуха окружающей среды позволяет ездить на летней резине. Но существует закон, который вот говорит о том, что вот наступила зима, и надо одеть вот хотя бы всесезонку, да? Поэтому переобувается только из-за этого. Потому что существуют, правда, такие дни, когда лед на дорогах, но это держится недолго. Буквально даже часы, ну максимум день. Но я не думаю, что там спасет прям зимняя резина на этом льду. Не спасет. Так что, ну, переобуваются по закону, просто положено. А климат в Ейске переехавшим. Как вот, по поводу здоровья, то есть. Значит, смотрите, какое дело получается. Насчет астматиков я не знаю, но говорят, что помогает, наоборот, этот климат, что наоборот, люди вот переехали, где жили около болот, и им стало намного легче. Там вот с Белоруссии приехали люди, живут здесь, и намного, говорит, легче дышится, и астма прошла. А вот что касается давления, да, даже я на себе почувствовал, я был всегда с пониженным давлением. У меня было стабильно 80 на 120 или 110, даже так. А сейчас у меня постоянно 90 на 130. То есть есть такое мнение, что якобы кто сюда переезжает, у них повышается давление. То есть здесь то ли больше кислорода, то ли что-то происходит, что здесь повышенное давление у всех. Поэтому люди, которых чрезмерно повышенное давление, как бы не рекомендуют. Но я не знаю, домыслы это или нет. Вот. Непроверенный факт. Надо приезжать, пробовать вот так вот. Вот. Мы на свой страх и риск тогда поехали. Я знал, что у меня есть одна проблема, там нейродермит с детства, да, и была диатез, экзема, и был нейродермит, причем в такой форме, очень жесткой. И я, надо сказать, что здесь ем и шоколад, и помидоры, и цитрусовые, и меня он чуть-чуть достает, так вот, чуть-чуть, так раз-раз-раз, и все. И все на этом проходит. То есть, ну, если бы это было в Амурке, я бы просто разодрал бы себе руки, понимаете? То есть, климат все-таки подходящий для лечения кожных заболеваний, допустим, тем более море и все такое прочее. Вот, и был еще один вопрос. Ваши планы на этот год. Понимаете, есть такая даже пословица, да, если хочешь озвучить ваши планы, да, расскажи их, чтобы посмеяться там Господу, чтобы тот посмеялся. Поэтому озвучить свои планы в плане вот дома я бы хотел бы в этом году починить ту нашу стенку, которая заваливается. То есть сделать, закопать опору, залить бетоном, сделать такую подставку, вставить профильную трубу крутую и поддержать эту металлическую балку, чтобы разобрать кирпичи и накопить деньги на газобетонные блоки и заделать эту дыру и поставить нормальное человеческое окно туда. Конечно, хотелось бы дальше продолжения следующей комнаты, но видите, денег таких нет, чтобы нам построить хотя бы пристройку. Нету таких денег. И мало предвидится, хотя бы на ремонт было. Поэтому есть задача по дому отремонтировать дом и обязательно сделать отмостку по периметру нашего дома. Это вот то, что надо сделать. Что касается лично, вот, карьерного роста в плане, да, я бы хотел бы также развивать наш канал с вами и попробовать выйти за горизонты нашего Ейского района. То есть я наверняка точно побываю в Сочи, меня пригласил товарищ, человек один хороший, и это будет очень интересно.
свое, так говорится, мнение об этом городе. Хотя вы уже увидели, прочитали у подписчиков, какое есть мнение о Сочи, потому что не очень хорошо, лестно, нелестно отзывается. И многие, кто жил там, говорят, что город, конечно, красивый и безупречный, но нужно очень много зарабатывать, чтобы в нем жить. То есть не хватает дохода, чтобы прожить в этом городе. Вот. И я буду, скорее всего, в Сочи, сниму обязательно для вас, и я попытаюсь летом, не знаю когда, но обязательно побывать в Крыму. У меня есть приглашение непосредственно в Керчи, рядом с Керчью, от подписчицы. Вот. И я обязательно попытаюсь в этом году, ну, что тут, надо съездить в Крым, показать вам вот так, так вот. Крым, как говорится, от моего видения, как я его вижу, да. И карьерный рост в плане песни, конечно, на него большая надежда. Мне хочется, конечно же, сейчас вот поеду на фестиваль, хорошо выступить, чтобы людям понравилось, убедить их песней, то есть попытаться исполнить ее так, чтобы она была понятна и приятна для прослушивания и оказала воздействие, то есть сосредоточиться вот для этой конкурсной песни. Вот. На ней я останавливаться не собираюсь, это будут, скорее всего, новые песни. Я попытаюсь еще старые свои песни, которые были написаны мной, выложить в виде видеоклипов. Давняя мечта, потому что они в таком неудобоваримом состоянии. Вот я хочу сделать в виде видеоклипов, чтобы вы оценили. Вот. Ну и, конечно же, достичь еще каких-то званий, стать лауреатом на следующем конкурсе в Тимашевске, который будет в апреле, то есть принести победу нашему Ейскому району, нашему Минкультуры, нашему главе, все, чтобы наш Ейский район был в почете от наших выступлений, не только от моих, ну вообще, кто там будет славить наш Ейский район. То есть я попытаюсь подняться на какой-то новый уровень. Тут как повезет. Ну, как, насколько возможности у меня будут такие. Попытаюсь, конечно, больше на авторские песни понапрячься. Я понимаю, что я буду петь те полюбившиеся песни, которые мы все знаем. Но надо все-таки будущее авторские песни. Именно свои. Есть очень много задумок, есть очень хороших много тем. Ну и, соответственно, жду от вас приглашений для поздравлений кого-то из ваших родственников, друзей, детей, родителей. Вот, в виде вот этих музыкальных открыток. Мне вот сегодня один товарищ, мой хороший друг, сказал, что говорит, я вот посмотрел на просторах интернета, ни у кого такого нет. То есть идея пришла как-то сама собой, да? Я даже, помните, первое мое поздравление было просто за столом, сидя с микрофоном. Я даже не знал, как это оформить. И вот докатились уже до хромакея, до вот таких праздничных нарядных клипов. Поэтому эта идея оказывается вроде как в интернете единичная такая. Вот музыкальная, помните, раньше была такая передача, была музыкальная почта, а утренняя почта, еще как это было, музыкальный киоск, что ли. Вот в застойное время был музыкальный киоск, да, поздравления там шли. Или это было еще радиомаяк, когда в рабочий полдень поздравления людей песнями, там пенсионерка такого-то города поздравляет свою бывшую сослуживицу, там коллегу по работе, там песни, передайте ей привет. Вот примерно такая вот тема. Ну вот, друзья, вот этот короткий ролик я выложу. Посмотрите, он как бы опросник. А потом я уже буду по существу снимать на улице. Что-то интересное вам обязательно покажу за эти дни. И не забывайте, что 24-го я уже последую в Краснодар. Потом сажусь на поезд. Я надеюсь, до этого еще что-то будет из видео. И там будет очень много интересного. Я попытаюсь там везде поснимать, где только могу. И саму поездку, и поезд, и Омск, и выступление, и обратную поездку. В общем, будет очень интересно. Пока!